презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего. Восьмой день, как заповедал ему Бог, Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Авраам? Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына, дитя выросла и отнята от груди. И Авраам сделал большой пир в этот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказал Аврааму: выгони эту рабыню, сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что... что он семя твое. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел от лука. Ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль против него и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: что с тобой, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою живою, и пошла, напоила мех водою, и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран,
и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Ахузафом, невеста водителем и Фихолом, военным начальником своим, сказал Аврааму: «С тобой Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и с землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал ему: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне. Я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху. И они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада, мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии 7 агнец из стада овец, которых ты поставил особо?» Авраам сказал: «7 агнец сии возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал это место сие Вирсаве, ибо тут оба мы клялись». И заключили союз Вирсаве, и встал Авимелех, и Ахузаф, невеста-водитель его, и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Вирсаве рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие.